бы хотелось обратить внимание участников бассейнового совета на ряд вопросов, связанных с использованием рек Шексна и Ягрова, поскольку они являются федеральными объектами. Череповцы, нет, мы разработали комплексный проект формирования набережной от Ягровского моста до Шексненского, и формируется проект набережной на территории усадьбы Гальских, поэтому вопросы берегового укрепления, но углубительных работ, очистки после рек имеют для нас принципиально важное значение. Мне хотелось бы, чтобы эти вопросы также обсудили и пришли к решениям, позволяющим реализовать Череповцу свою комплексную программу развития и формирование, еще раз подчеркну, тех набережных, которые украсили наш город. Череповец — один из немногих городов, который расположен на берегах рек и не имеет таких